Всем привет, ребята, срочное включение. Мы играем кланом сборная Солянки, взводом сборной Солянки против клана ФСБ. Ребята, мы играем против клана ФСБ. Я не знаю, что это за клан ФСБ, но он, походу, отсасывает режим, ребята. Гонка за маяками, они проигрывают. У меня предпоследний бот, еще есть у меня этот, как его, того самого, Грифон на плазме. И вот экстренное включение Авандар Анвар Эфенди. Добрый человек, злой кочка. Братуха ваш покорный слуга, какой-то синенький хер, который затесался непонятно куда и зачем, потому что мы пошли впятером. Мои Фаусту домашку не нанесли, но я надеюсь, что сейчас действительно домашку я нанесу этому парню. О, нормально, домашечка ему прошла, мы захватили центральный маяк и побеждаем, ребята. К сожалению, бой не полноценный, но концовочку вы можете видеть. ФСБ проигрывает. И ничего уже, ребята, ФСБ не поможет. Ничего, ребятухи, ФСБ просто не спасет. Ни бабушка, ни полиция, ни сам Путин, ребята. Никто, ни инопланетяне. ФСБ проиграли. К сожалению, они просрали. Они продули, как это не печально. Но они реально профукали этот бой. Ох, я мимо. Злой кочка, извини, я подвинусь. Ха-ха-ха. Да я вообще прям охреневаю, как мы их прям задрали всех. Мы их всех поубивали. Мы их просто разместили в говно. Это здорово, ребята. Это крутяк. Ну что, Скорпион, ребята, вижу, что Скорпион идет в бой постоянно. Он не хочет проигрывать, как, например, Рейджи на своей фуре с Зевсами. Я сомневаюсь, что Рейджи за весь бой потратила только 4 робота, в принципе, все 4 робота, и сейчас она на фуре типа выживает. Я сомневаюсь, ребят. Просто такой игрок, который нехерово играет на фуре с Зевсами. Хочет набить домашку, видимо, проигрыш. Я такого парня не поддерживаю. Ну, что поделать, каждому свое, ребята, каждому свое, а мы выигрываем, и напоследок я просто реально нехило так надаю домашки этим парням по сусалам. И последний мой выстрел будет, ребята, действительно куда-то в фуру, но дамаг уже, наверное, не засчитался. Вот так мы победили клан ФСБ. Давайте быстренько смотреть, что это за клан и почему он проиграл нам. Столько же мы дамажечки набили. Добрый человек, красавчик, 1 200 000. Злой атом, это атомы, ребята, 885, 538 тысяч дамага. Так, и что у нас получается? Мы играли в пятером против их пятерых и плохо. Ну, в принципе, Реджи, он... Реджи, ребята, видите, 1 200 000 набил. Но, как вы видели, Реджи набил 1 200 000 благодаря только фуре на Зевсах. Все, маяк он даже не пытался. Просто за домашкой шел. Молодец. На самом деле, парень Реджи скажет, что, ребята, я тащил и буду тащить, а вы все не умеете играть. Возможно, даже Сергей КМС Рус, возможно, даже он шел вперед. Вот Скорпион, ребята, помните, я говорил, он шел вперед, он набил 700 тысяч домашки. Он шел вперед. Ну, а Реджи мы передаем большой привет Кемперу. Молодец, ты свою команду не подставил, но убивал много. Вообще прям красавчик. Ну и что, ребята? А ребята у нас такие вот. Добрый человек, злой кочка. Было бы прикольно, злая почка. Было бы прикольнее. Братуха и Анвар Эфенди, ребята. Анвар Эфенди, блин, это что-то какой-то человек был такой. По 2 кастрюли половину уже так достали эти повара. Ребята тут ругаются в чате. Ну, играем или что-то типа мы там лялякаем, типа того. Вот, и мы пошли, ребята, играть. Случайный режим, я таки подозреваю, что почему случайный режим, непонятно. Возможно, я в обновлении пропустил этот вариант. Кастрюль набрали тащеры. Да, ребята, про ФСБ у нас, типа, там ребята пишут, кастрюли были. Так, у меня у самого одна кастрюля есть. Ну и я на самом деле не хотел снимать, я просто хотел поиграть спокойно. И добрый человек, ребята, Мурат. Это его интро, Варроботс, это его интро, у меня на канале ребята тусуются. Вот, парнишка сделал мне интруху, потому что у меня не было ни хера. Спасибо тебе, добрый человек, реально добрый ты человек. Я пойду, ребята, на левый фланг, ибо я вот такой вот крутой, мы вот прям вот зря я. Вот эти кастрюли, они бы все вот на правый фланг бы пошли бы, да, вот молодцы вообще прям. Гиганты мыслей, молодцы, круто. Ну а мы туда пойдем, умирать хули, ну да, заебись. Не, у меня желания вообще никуда нет идти. О, злой кочка понял, что надо идти помочь. О, молодец, я прям тебе... Знаете, была бы функция поклониться, я бы с удовольствием бы поклонился. Но, видите, блин, не получается. Против нас играет Шерлокс и Самара из клана Год. Против нас играет клан Анархия. Тоже парень, который постоянно меня приглашает. Так, 300 метров, смотрите, как могу, в принципе, этого парня зашпилить. Быстренько-то... А, я, ребят, потерял робот, к сожалению. И домашки там не нанес. Ой, ну короче, жопа, ребят. Так я всех подвел, к сожалению. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Братуха-лопуха. Да, к сожалению, я всех подвел. Ну ничего, первоблинкомом, ребята, это действительно маяки. И я беру в город. Теперь я побежал в город, ребята. Вперед, включаю свой дробаш. Дробаш не активируется. Блин, я зацепился. Как плохо, как плохо.
Постоянно. Чё дробаш-то постоянно не цепляется? Так, и вот я с дробаша буду парню сносить щит, чтобы его, в принципе, ели афиды. Мы будем, ребята, сейчас отбирать Шерлока, Самара, маяк. Гонка за маяками я не особо, как бы, вдупляю в этот режим, но практически так по тактике я понимаю, что почем. Вот, сейчас, в принципе, Шерлок может тут воскреснуть. Так, отлично. Пускай он там Анвар Эфенди его съест. Вот, ребята, сейчас надо сближаться. Просто реально с дробаша ему все выносить. Мой дробаш сильнее твоих таранов. И вот, наконец-то я его завалил. Тут плохо, я проиграл. Но думаю, давайте повернем камерой. Камеры нельзя повернуть. Поможем мы или нет? Давайте все-таки перестрахуемся. И сольем этого годовца. В большинстве. Так, ребята держат. Я, честно говоря, когда показывал, ребята, нафига вы идете в город. Вау, трик оф... Блин, ты что мне делаешь? Смотрите, надпись трик... Трик оф... Трит... Что она переводит? Вау, тут везде, короче, смотрите. Карты разрисованы смертью, кровью, короче. Офигеть. Карты, ребята, все разрисованы. Я специально отвлекся, чтобы надавать люлей вот этим парням. Теперь я готов, в принципе, воевать. Знаете почему? Потому что я стою за этой штукой, а эта штука позволяет мне не получать домашку. Блин, она все-таки позволяет мне получать домашку. Ну, отойдем подальше, чтобы этого парня убивать. Джокера. Это, ребята, годовец, это Джокер, ребята. Это Джокер. Блин, мне когда говорили, вступи в клан к Джокеру. Поиграйте. Ну, что-то я вижу, что Джокер проигрывает. Не без обид, на самом деле, блин, я потом вступлю. Если приглас увижу, обязательно вступлю, поиграем вместе. Так, теперь мы. Это Хухенто. Хухенто Хори. Хухент, вообще, блин, его никнейм не помню, но парень русский. Из анархии, ну, блин, никнейм поменял бы вообще пипец. Так, мы зажали мы, ребята, анархию и годовцев, короче, на пустыню, на равнину. Сами прочно засели в городе. Вот, любой респа, на домашний респа у годовцев и анархии происходит внизу. Соответственно, в спину мне уже никто там войти не сможет. Здесь я, ребята, включаю форсаж, чтобы хоть как-то маленько догнать. Да вы что, издеваетесь? 100 метров в секунду, ребята. 100 метров в секунду хаечи у нас действует. Так, тут у нас парень, возможно, может придет и получит плюху. Да, парень вообще не подозревал, что здесь стоит великий и могучий волшебник-братуха. Но чувствую, сейчас парень, блин, будет тут респиться где-то. Нет, он не стал, наверное, респиться, но это будет сюрприз. Сюрприз будет. Так, у нас еще один тут парнишка стоит. Наверное, он спит, видимо. Что-то куда-то он собирается все-таки слинять. Тут у нас тоже кто-то пытается мне отчебучить что-то интересное. Сзади меня шпилит-вилит. Так, кого бить? Наташку в первую очередь. Или добить этого Грифона. Давайте добьем Грифона и будем бить Наташку. К сожалению, мы пойдем вперед. Мы просто бежим вперед, чтобы съесть эту Наташку. И спрятать свою жопу от таранов противника. Я таки подозреваю, что там, раз у меня так нехило тает мой хп, я подозреваю, что там был Грифон на таранах. Это был год. Да, год. А может, их давно и двое меня шпилило. Но странным каким-то образом мы сейчас реально просрем. Потому что нас слишком много на этом фланге. Нам надо идти вперед, срочно идти вперед. Потому что город они сейчас отожмут. Нам надо эту фигню отжать. Так, эту фигню мы отожмем. Не ссыте, чуваки. Так, это у нас кто там? Ой, я, конечно, зря, наверное, сделал. Пошел вперед, прям танк вообще не в рот копаться. Да, ребят, меня слили просто моментально. Но для чего? Для того, чтобы защитить этот маяк. Ну, оказывается, ребята тоже слились. И защищать будут центральный маяк. То есть наш городской маяк. Нам, в принципе-то, как раз и надо это защищать его маяк. Блин, я, знаете, зря слился, наверное. Надо надеяться на свою команду. Бенч. Нормально домашечка прошла, неплохо. Так, мы, главное, этого парня сейчас внизу слить, чтобы он нам никаких сюрпризов не делал. А это, ребята... Парень плохой, много домашки может нанести. Афиды. Так, тут они оба откадешились. Я одной афидой забираю этого парня. Так, и три афиды даю этому парню. Неплохо так прям Джокеру достается от братухи. И еще одна афида Джокеру идет. Сейчас, ребята, придет еще три афиды. И Джокер, я думаю, уже не сможет ничего сделать. Он умирает от рук братухи. Все, ребята, мы убили годовцев, убили анархию, завалили просто их нахер в капусту смели. Ну, можно сказать, всех роботов поубивали. Трупище тут не в рот копанное. Занимайте, ребята, город, и здесь прямо реально можно заваливать просто тонны металла, тонны сотен тонн металла вот на этой равнине. Как вы видите, трупы разбросаны по всему горизонту. Маяк я сейчас отожму, мало ли мне повезет еще и 5 голды получить. Опна, парень-то, ты маленько того этого, ребенок, не досчитал, что братуха мега крутой, там Грифон получает у тебя плюху, ты пытаешься добить меня и умираешь.
Все, ребята, вот такая вот интересная, классная, прикольная была победа. Еще одна победа в копилке нашего взвода. Взвода, который собрал добрый человек. Это первый взводный бой, вообще первый бой на Хэллоуине. И что мы видим? Мы видим хардкор маленько. Ну, все нормально постреляли, все нормально постреляли. Вообще молодцы. Но как-то... Они, ребята, тоже были взводом. Тоже взвод Солянка. Мы нагнули взвод Солянку. Годовцам большой привет передаю. Анархии тоже, ребята, большой вам привет от братухи, от всего нашего, вашему коллективу. Сколько же мне дали за миллион? 667 тысяч дамага. Миллион, ребята, это очень, мать его, приятно. Просто почти чистый миллион. Это красиво. Миллион долларов. И я бы, наверное, на видос разделся бы под любую музыку. Афитки рулят, я смотрю, Володя, добрый человек, уже начинает мне подкатывать. Как, знаете, я когда, ну, еще... А, да, вы, наверное, увидите этот видос от Вати, когда он набил больше миллиона, я сказал на фуре, что ты с Зевсами рулит, короче. Ну, то есть, понятно, да, вообще, каждый человек смотрит чужую тарелку. Ну, не без этого, не без этого, ребята. И против нас, ребята, клан ФСБ, тут вообще просто нельзя ударять в грязь мордой. Вот, надо играть очень осторожно. Судя по всему, это гонка за маяками. Я иду, не знаю, куда я иду, но мы что-то все прям идем. И куда я иду один, я, судя по всему, иду один. Возможно, и не один. Мне бы, блин, в принципе, взять бы маяк, но, знаете, здесь мои афиды. Здесь мои афиды, они могут пригодиться, а за маячком мы потом сбегаем. И вот я, в принципе, домашечку-то раздаю. И вот мы там его слили, короче. Отлично. Остался Квазимодо, ребята. Остался Квазимодо. Здесь, блин, я подставил. Я не увидел этого парня. Это Рина, ребята. Я его не увидел. Я доброго человека подставил. Но ничего, Рина мы тоже слили. Рина мы слили. Доброму человеку надо просто валить отсюда. А я, ребята, заберу все-таки маяк. Как бы не выебнуться. А, маяк уже забрали. Ой, извините, хардкор. I'm sorry. Маяк мы реально забрали. Так, клан мы, ребят. Клан мы. Слил нашего парня. Слил. Нашего парня слил, но это ничего страшного. Сейчас мы прыгаем на Кощея Бессмертного и сливаем этого Паттона, потому что Паттона, ну реально, ребята, надо сливать. Вот, даже ценой своей жизни. Вот, сливаю я пару там человек. В общем, это все ерунда. Я их просто вот, отжал всех и дал им всем люлей. Теперь мы берем, знаете, кого мы берем? Мы берем теперь действительно такого робота, который может танковать вблизи. И что мы тут видим? Ребята справляются. Я иду направо помогать злой почке. И против нас на пол Федора, ребята, пол Федора, ребят, пол, на пол Федора, на пол шишечки. Надо было назвать тебе никнейм на пол шишки. Отлично, шишка слилась. Все приятно, прекрасно. Сейчас, походу, шишка опять появится здесь. Лимон Лимоныч. И я, ребята, просто огребаю. Какого-то фига я реально огребаю. Вообще просто жесть какая-то. Надо сваливать отсюда. Я вышел зря. Вышел зря, что-то попытался я лялюхи раздавать, но нифига не получается, сам лялюхи тут получаю. Ой, печально. Ну, давайте мы как-то вперед. И того грифона мы не слили. В общем, лоханулся, братуха, по полной. А сейчас я возьму Паттона на афидах. Блин, да что ж жопы-то поворачивать? И вот, ребята, да, действительно, я прыгну сейчас. Не Паттона на афидах, а этого какого. Вот так мы его сейчас будем шпилить. И пока ты головой своей крутишь, ты попал парня в попу. Вот, и тебя убили. А этого парня мы тоже сейчас убьем. И действительно, мы его сейчас ухерачим. Блин, это плохо, парень слинял. Нет, он не слинял, а зато этот меня прямо раскусил и начинает меня шпилить. Это плохо, я умираю. Я умер. У нас еще есть один Ланселот. Блин, мы все идем. Вперед. Парнишка тут, блин, думает, на что надеялся, я не знаю, но мы его слили. Итак, центр, ребята, уже мочканули вообще конкретно. Всех мы тут повышибали. Приятно, а вот тут сладенькое, ребят, пришли фуры. Фуры пришли, наконец-то, последние роботы у людей. И мне надо как-то каким-то образом заныкаться, потому что там, там грифон что-то подлагит. Давайте мы уйдем на левый фланг. Чуть-чуть их будем как-то маленько разбавлять. Мышечку будем отвлекать, мышечку. Так, там еще одна фура отвлекается. Но хрен у нас... Ой, сколько фур-то отвлекается, посмотрите. Отлично, мы прям зажали их в тесочки и в лесочки. Ух, как мы их прям шкварим, как приятно. Так, давайте перекадешимся. Да, и хорош уже лялякать, братуха. Тут тебе афиды не помогут. Ага, там ребята что-то куда-то уходят на левый фланг. Чревато тем, что здесь может появиться какие-то блудливые пацаны, которые могут на своей базе респануться. И это плохо. Надо как-то было становиться... А, я не успеваю уследить за всем происходящим. Ну, судя по всему, мы выигрываем, ребята, и опять клан ФСБ попал против нас. Ну, наверное, они не в полном составе, потому что последнее поражение ребята не пережили, не смогли они пережить. Вот, и в этот раз сказали, что мы против братухи и доброго человека, и злой почки, мы никуда не пойдем. Еще и Скайс тоже. Вот, парень, поменяй ник на русский, а ну, будь человеком, ёкарный бабай, или хотя бы начитаемый. У нас там ребята на нашей базе, я беру смелость взять... Паттона на афидах, и, возможно, мне повезет, я помогу
Так, и что я думаю? Да, я помогаю, ребят, помогаю. Я просто забрал этого паука нехило. И все, ребятухи. Это победа. Это реальная победа. Я делаю чпок, еще раз кок, еще раз пук. И добираю. К сожалению, не я, Анвар Эфенди его добрал. Молодец, забирает все маяки на Кумихо. Это просто шикардос. Мы трахали, как говорится. Уже 3 взвода трахнули. Это хорошо, это приятно, мне нравится. Победа опять зеленая победа. На Хэллоуин зеленый цвет, вообще красный нужен, ну ладно. Не, красное поражение нам не надо. 600 тысяч дамага, в принципе, неплохо, мы не в топке. А там добрый человек набил 1 200 000, ну тут он скажет, братуха, он не Афиды, а я Афиды и не брал. Хорошо, Афиды не рулят, но я 600 тысяч. Пока тут бегал туда-сюда, всем помогал, просрал, короче. Да что я оправдываюсь? Да, отойду, перегружусь. Лагает, да, кочка злая, меня тоже лагает, но ничего страшного, я как-то воюю. Вот. Вот, даже ни одного маяка не отобрал. Ладненько, не будем смотреть на этот позор. Ну, понимаете, у каждого бывает. А, рука моя, рука. Ну что, победили. Год.ини. Гудини, походу. Ребята, это Гудини из клана Атом, возможно. Ну, парни тут все крутые. Не буду смотреть на их сборку, кроме доброго человека. Добрый человек, наверное, играет на компьютере хитрожопый. Ну, стопудово, да, играет на компьютере с таким, как говорится, Иван Эферди. Анвар Эфенди, привет, пишет. Привет, Сонечка, давай. Что тебе открыть? Давай, чайник? О, на, открыл. Что надо сказать? Спасибо. Пожалуйста. Там не успел прочитать, братуха, снимаешь видос. Что? Что у тебя там, конфета? Ну, вкусная конфета. Так, судя по всему, гонка за маяками. Давайте возьмем пат на Афидах. Сегодня мы будем просто выживать. Дадим возможность противнику как-то победить нас. То есть я постараюсь в бою не участвовать. У нас, походу, здесь разнокалиберные. 2 хрюшки, 3 эскюшки. Даже нет, 3 вроде хрюшки, 2 эскюшки. И еще кто-то. Но получается то, что, наверное, вряд ли это взвод. В рот компот. Будем просто издалека стрелять и давать люлей. И, конечно, меня тут могут зашпилить. К бабке не ходи. Домашечку мы нанесли, Кумихо, и она идет за мной. Ребята, Кумихо, и слава богу, не дошло. Не дошло это чудо природы. Делает прыжок, наверное, парень. Ты будешь делать прыжок или нет? Мне надо, чтобы ты сделал прыжок, иначе ты умрешь. Повезло парню, повезло, не умер. Так, тут у нас центр не наш. Парни бросили, красноперые бросили. Ох, как у меня фиды-то взлетели в воздух. И добили этого парня. Помог я Анвару и Фенди, это приятно. И надеюсь, тут еще кто-нибудь сейчас выскочит, чтобы я прямо нахерачил ему прям по кумполу. Ну давай, давай, парень, выскакивай. Вот, ребята, это Грифон. Это Грифон, который не прыгнул, и его спас, ребята, энергетический барьер. Это Сергей 71 Рус. Сейчас он может будет прыгать, и я потеряю своего бота. Но, возможно, он прыгать не будет, он спрячется за... Так, мне помощь, интересно, идет или не идет? Идет. И как быстро идет мне помощь, ребят, я просто не успеваю. Не успеваю, блин, убегать. Так, это у нас... Вот так мы ему дадим. Плюшечку. Так, и вот у нас, ребята, Грифончик, который тоже хочет. Я, в принципе, я говорю, я этой команде не нужен, братуха, абсолютно. Братуха тут не нужен, они и без меня гнут вообще, прямо. Я тут нафиг вообще. Давайте мы ему щит поломаем. Мало ли кто... А там Коржик, ребята, мало ли кто его ракетками сейчас зацепит. Хотя, судя по домашке, его плазмой расхерачивают. Там у нас кто-то спрятался. 390 метров. И... Получает от братухи плюху. Нет, не получает он плюху, но ускакивает. Так, а у нас тут паучок. У нас тут хитрожопый паучок, его убивают. Да, ребятухи, как-то даже и скучно. Дело в том, что, мне кажется, они играют в меньшинстве. Пара человек точно... Или нет, играют одинаково. Странно, но это какое-то убийство. Делает парень прыжок, приземляется и прощаемся с ним. Вот, тю-тю-тю-тю, короче, пока. Маяк мы правый потеряли. Тут у нас щитоносец. Я, видите, Афиды зря потратил, но парни и так сливают. Так, это щитоносец. Щитоносцы сейчас щит сносят, я так и подозреваю. Ага, нормально. Это у нас без энергетического барьера из клана Хрюшки. Ну, даем ему пиздушки. Вы не против? Опа! Домашечку мы нанесли, зачистили там правый фланг. Вообще молодцы прям. Я офигею, нафиг я тут нужен. Хожу тут, блин, просто как зритель, ребятухи, серьезно вам говорю. Как зритель. Не нужен я тут, абсолютно. Даже робота еще не почикали мы его, хотя нет, вроде почикали. Нифига себе мы им раздаем. Да, это какое-то странное уничтожение противника. Я не выстрелил, потерял драгоценную домашку. Печально. Домашка нужна для серебра, ребята.
Ничего, отлично, сейчас домашечка прошла. Так, у нас еще один тут парень, который хочет получить. Как только он приземлится. Черт побери, он даже сквозь текстуру провалился. Вот так, ребята, нагибаем, нагибаем, быстро нагибаем, дело быстро происходит. Вот почему теперь все взводные находятся в этой фигне. 400 тысяч дамага, я последний. Я не удивлен, но, слава богу, Гудини недалеко от меня ушел, и хардкор тоже недалеко от меня ушел. Но сколько я потратил? Я потратил, ребята, 20 тысяч серебра, набил 300 тысяч. То есть практически, хотя 300 тысяч это и есть. Ну и просто потратил 20 тысяч серебра. Мало, вообще ни о чем. Братуха, видос снимаешь? Нет, просто играю. Просто играю, я врунишка, я всегда прямо люблю врать, чтоб люди не слишком выпедривались. Вот такие пироги. Искандер, я все-таки прочитал его никнейм. Искандер. Вот. И последний бой мы сейчас сыграем, скорее всего, я так чувствую. Вот, и я пойду уже, потому что я уже устал. Время уже 19:40, ужас какой, как время быстро летит, пора спать. Добрый человек стал лидером, и всегда маяки, и всегда маяки у него. Так, 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 ну что, идем, идем, не идем. Ну, стопудово, блин, играть на компьютере, наверное, круто. Фиг ли, это же тебе не мобильный телефон. Так, ну что, идем? Или какие-то перекуры? Ау, народ! Как я вот с ошибками все опечатываю? Все время опечатывается, братуха. А, тут хардкора меняют. Слава богу, он покинул взвод, хотя, может, его и кикнули. Ну, не успел прочитать. Да, голод. Ребята, голод. Господи, голода нам только не хватало. Голод, это Михаил Олегович. Недельная активность 18650 у Атома. Нормально. 156 место, 36-38. Молодцы. Анвар Эфенди тоже покинул взвод. Тоже парень куда-то слинял. Зачем-то непонятно. Все куда-то почапали. Играть мы, наверное, не будем. Я, наверное, блин, пошел. Тоже. Это я. Чё-то я не могу, ребята, реально на человека нажать и получить. Превосходство. Режим боя, ребята, превосходство. Обычный режим, не гонка за маяками. Ты получишь дополнительную награду в золоте за первые 3 победы в день в составе завода. Плюс еще на Хэллоуин будет добавление золота. И, возможно, раз такая ерунда, что это за паук там. Ёп, тут там паук на доме, ребята, видите? Паук на доме, вы посмотрите. Ёп, тут там паук на доме, ребята, видите? Паук на доме, вы посмотрите, там по центру паук на доме. Крестоносный паук! Ё-моёна. Ё-моёна, мы играем против клана один. Против клана один. Возможно, это кланы Одины. Или Одни, ну не знаю. Но суть в том, что нас, блин, что-то тут прямо очень мало. Это кто у нас? Это у нас, походу, рогатка. Я таки попробую, ребятухи, забраться каким-то образом в эту дырку. Возможно, да, я сюда залез. За нас играет Амор. Аморе, здесь тихо, аморе, здесь лихо. Дамажечку я сейчас этому парню валю прям по самые помидоры. Щит я ему расколбасил, соответственно, его таранчики забирают неплохо. Так, что у нас дальше здесь по расписанию? Мы прыгаем к своему парню, мало ли там будут ракетки, парня мы своего Гудини поддержим. Гудини, он хоть и волшебник злой, но сейчас мы будем, Гудини, воевать с тобой и будем тебя поддерживать. Ты в нашей команде находишься. Здесь, походу, Гриффо, походу, Ланселот на кастрюлях. Так, он выходит, да, он выходит. Надо ему дамажечки-то вливать, чтобы ему щит покоцать. Когда ему покоцаем щит, но он почему-то выбирает меня, гаденыш. Не хотелось бы мне терять робота. Надо ему кромсать щит, чтобы его таранчики съели. Отлично, теперь остался один микро-ивент, и микро-ивент тоже умирает. Так, все нормально, все хорошо, микро-ивент умер. Это, ребята, круто. Посмотрим, какого робота он взял. Он взял такого же, как и я. Ну и чё, нормально, чё взял и взял. Давайте посмотрим, на чё парень годен. Промахивается, нервничает, видно, что парень нервничает. Так, там еще на плазме один парень, на 1000 дамага прошла. Мы взяли в автоприцел этого парнишку. Здесь очень жарко. Блин, это очень, ребята, жарко. Я убегаю, потому что в меня тут... О, тут прям толпа, ребят, тут толпа. Толпа ребятушек приходят тут. И, походу, я умер, ребята, умер. Блин, меня затоптали. Что же такое происходит? Ребята, я надеюсь, там маяк-то отжали. Маяк, посмотрим, какой. Красный. Блин, это печально. Там красный маяк. Мы с Гудини на левом фланге умираем. Здесь у нас фура собирается забрать маяк. Нет, не собирается. Фура уже решила отступить. А здесь нам просто надо сдерживать урончик. Добрый человек получил урончик, а нам надо просто сдерживаться. А как сдерживаться? Правильно, сдерживаться нам надо вот так, видите? Как только парень какой-то прыгает, сразу его сливаем в авторитете, в приоритете. А сейчас мы делаем форсаж,
Включаем наш дробаш и быстренько снимаем ему щит. А щит ему мы сняв, включаем раз аркан, второй аркан и третий, блин, аркан включаем мы. Огонь, давай, огонь, десятый батальон. Я сдох, да и похер, я сдох. Так, что у нас там справа? Справа полная попа. Пойдем направо. Налево там уже парни воюют, неплохо. Десятый наш десантный батальон. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Хрен тебе, парнишка, на блюде, а я иду туда один. Хорош петь уже всякую хрень, чего вижу, что пою. Парнишка, не знаю, на чем, но он тоже медленно как-то передвигается, судя по тому, что парнишка на чем, непонятно на чем. Чё ж ты, парнишка, на чем-то, ёпт? А, да, действительно, видно, на чем парнишка. Надо сваливать, потому что этот парнишка меня сейчас зашпилит прям быстро. Так, теперь сюда уходим, отлично, поворачиваемся, получаем Зевса. Нет. Микрозиверт, ребята, не знаю, поможет мне кто-то или нет, но я буду жить вечно. Я буду жить долго, очень долго. Я постараюсь выживать. О! И вот тут-то, да, тут-то пришла ко мне помощь. Братуха включает форсаж и побежал за маяком. О, учитесь выживать у братухи. Тро-тро-та-та-тро-та-та-та-то. Бессмысленно идти воевать на такого робота на ближнем расстоянии. Мы захватываем маячок, и Одины проиграли. К сожалению, Одины не умеют играть. Ну, это я так по одному бою сужу, это мое субъективное мнение. Забираем, ребята, маячок запросто, беспроблемно. Маячок мы у Одинов забрали. Что же теперь делать? Давайте поддержим ребят на центре или где? Ребята у нас столпились непонятно на чем. Не вижу, на дальнобойных оружиях или нет. Но, блин, возможно, мы сейчас и что-то отвоюем. Возьмем, ребята. Так. У меня перекидешечка. Возможно, я центральный маяк-то и возьму. Что, в принципе, я сомневаюсь. Да, ребят, возможно, и не возьму. Ну, хотя бы в какой-то нейтральный цвет. Ну все, нормально, ребятухи, я его взял, маячок мой, отлично, я готов даже умереть. Так, нормально, маяк наш. Так, теперь правый маяк надо отжать. Там, в принципе, человек очень слабенький, маленький. Его, в принципе, любой может зашпилить. О, блин, а вот Зевсы мне не нравятся. Да, Зевсы очень больно бьют, очень больно бьют Зевсы. Ну, а добрый человек убьет того парня и заберет маяк, я даже не сомневаюсь. А здесь я смотрю, чем же я могу помочь, маяк тот не наш. Фура нас контролит. Нас осталось уже четверо. Блин, дальнобойщик стреляет. Центральный маяк ребятухи забирают, короче. И у нас, походу, по роботам проседало. Выходит, у нас 4 человека. Опа, парнишка. Сейчас мы сольем этого парнишку. Чикен какой-то. Угу, так, мы чикена, ну, хоть как-то подамажем. Доброму человеку все уже легче. Доброму человеку легче. Так, 400 метров. К сожалению, я не успеваю, ребята, дать смертельный залп этому грифону. Да и не получается смертельный залп дать. Последний мой робот. А там, ребята, к сожалению, фура на Зевсах. И она тоже получает плюшку, но не смертельную. Вот нас осталось двое. Да, блин, а мы проиграем. Да, стопудово мы, ребятухи, продули. Ничего не поделаешь. Бывает и на суперчемпионов. Почему-то я какого-то хера там. Вот этот вообще непонятно кто. Тыщ. Так, и если бы не фура на Зевсах, я бы тебя убил бы. Вот если бы мне бы помог, вообще было бы зашибись. Ну, одна... Ну, давай. Мы слили его. Не-не-не, у них явное превосходство, ребята, явное превосходство. Проиграли! К сожалению, мы проиграли, блин. А Одинам повезло, у нас стопудово кто-то отвалился из боя. Нет, ну, полюбасу повезло. Да, радуются Одины, радуются спина к спине, молодцы. Ну, это поражение, ребята, чисто потому, что у нас, наверное, не говорилка, а у них говорилка, так что фу-фу-фу-на. Это не показатель. Весь бой просасывали, а тут просто повезло. У нас, ребята, кто-то отвалился стопудово. Да, это был РВ Амор, он отвалился в середине боя, набил 500, мог бы набить миллион. Ну и, в принципе, молодцы, мы победили. Всем пока. Всем пока, ребята, до свидания. Увидимся еще, ну и выхожу, чтобы из боя не вышли. Вот так, ребята, играют в чемпионке в заводами. Задание. Бам, Соня! Смотрите, бонусные задания появились и задания. Обычные задания теперь справа, бонусные теперь слева. Ну, нет у меня! Ты знаешь, где мой планшет? Я его спрятал. Куда? Туда. О. Нет, я нельзя, запрещаю. Хорошо, ладно. Ребята, извините, ничего не могу поделать. Всем пока, печально последний бой проиграли, но ничего страшного, все в порядке. Это игра. Всем пока, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, дизлайки, оставляйте свои комментарии. Нейшн выпадет или нет?
А вот выпал Domination. Ну, вообще меня напрягает эта штука. Ну да, превосходство. Ну, Domination это и есть превосходство. Меня напрягает эта штука, когда просто режим на выбор, ну, то есть нельзя, вот как в предыдущей обнове было, типа, либо хочешь это, либо хочешь это. Ну, может сделать, Денис, просто сейчас ради нового режима сделали так, считай, чтобы освободить ему место. Кстати, на зданиях значки Хэллоуина написано. Видели, нет? На зданиях хэллоуинские значки есть. Здесь. Ой, ходячие-манячие. Да кто это? А, кумиха? Так, кумиха на центре, да. Денис, надо левый быстрее брать. Там сейчас главное. Роман, ты... А, ну да. Да, но все равно. Тоже. Здесь два будут. Два ланса идут. Кумиха, да хватит. А, нет, мне норм. Норм, Денис, они не пошли, они там стоят. Это же превосходство, по идее, на самом деле. Ну и что? Здесь нет такого, что... Нет, тут нет такого, что... А, там в смысле, они быстрее. Сэкономили... Ну, прям срочно, моя. Они сейчас будут экономить стоять, считай, набивать дома. Вот тут всякие фигурки еще стоят хэллоуинские на этих башнях. Кто-то рядом у нас, Денис, вот здесь прям рядом. Ай, вот, да, аккуратно. Два ланца. Ой, там что, Коха, вы видели? Братуху. Где? Братуха, и... Вали братуху, да. Вижу. Ну, Денис, подожди. Вон там арканы, которые. Арканы, говорю, таран. Он Амора долби. Или кастрюлю эту. Не высовывайся более. Все, Амора нету. Перезаряжаюсь, Мишель. Зачем? Ну зачем ты это? Блин, я не перезарядился, сам тоже. Там не перезарядился тоже. Да, центр помогите взять тут. Да у меня, блин, здесь вон тоже долбит с обоих сторон. Ой. Центр долбит у меня. Братуха-то остался-то. Может, как раз его и трогать не будем, пусть один общается. Интересно, он стримит, чё? Эх, меня забрали, Денис, там. Это, кстати, наверное, та толпа, которая будет участвовать в кланваре. До большой дворец. Да вот я попросил поезд. За что ж ты прыгнул-то не вовремя? Наш маяк правый пойдут забирать, сейчас добрый человек пошел забирать. Левый законтрите маяк Б. Что мы все здесь на этой стороне? Либо будем танковать ихнюю базу вообще. Команда взять братуху была. Ой. Так, заходят. АД. Прыгай таранами. Ромочка, к нам. Грейф тараны. Жарю его. Работа. Кто улетел? Так, пойду на Б. Чикин, если кто пойдет на Б, прикрой, пожалуйста. Это слева который, да? Да-да. Хорошо. Там фура требная. Денис. А, Денис говорит, Ром. Ну, братуха там, Ютуб. Да, я вижу, да он далеко, сейчас. На чем он? Да далеко не достает. Требная фура у вас. Требная фура там, Денис, с другой стороны. Народ, а чё никто, блин, не стоит ни тут, ни там, блин? Нихера хитро. Центр будем забирать, наверное. Нихера себе, блин, нас тут разносят, как, не знаю, чё. А вы здесь на двух фурах стоите, замечательно. Зачем две фуры? Так, направо кто-то пойдет. Духлис, давай, заходи тоже. Давай. Не стесняйся. Не стесняйся, братуха. Да ты сильно, да? Ай-яй-яй, сейчас я вас стесняю. Маяк, бери. Застесняли.
Назло. Направо. О, стоит еще до сих пор живая. Да, да, да. Ну там она так же, конечно, половинная. Блять, это же Domination, ёпта. Да, 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 Денис. Тебе Конраш? Братуха на YouTube, бля. Может прогасить жестко. Да, жесть заруба, конечно. Последний 800 центов на 35 тысяч в последнем году. Бля, левый майк так сделал. Так, ну что, центр идти, а соло там последний. Да не надо, не упарывайте, надо этот левый держать, блядь. А тут правый держать, но надо. Ну, правый я имею, да. Да, тут добрый человек и братуха. А, братуха еще другой. А, там пятисотник, зараза, застрянец, блядь. Как, вот который. Какой ник? Год? Год который, да. Да маленький маяк-то мы не забрали, что там не захвачены. Перезахватили они. Мишаня, смело справишься там? Кембо? Нет. Блин. У меня 35 тысяч. Камеру забираю. Давай, давай, давай. Ага, центр сделал. Пятисотник он прыгает, пятисотник, блин. Тимфайн? Да, да, доедаем. Рядом. С другой стороны доешься, вон все. Камера или что это? Ютуберы вон. Ух ты ж, братуха! Давай, навалину. У него патон осторожней. У него патон остался. Ой, блин, на кастрюле-то я боюсь его, как, блин. Обоссаться сейчас, блин. Сейчас прям зайдет внутрь и перекинет Гастон. Что? Было больно. Добрый человек. Шо, добрый слева, вижу. Я вижу. Контроль добрый. Блин. Все, добрый, назад. Вот теперь теряемся. Уходим, уходим, уходим. Ютубера этого, блин, забирайте. Извините, не заберу. Просто перекрашу. Ютубера, говорю. Маяк. Другой человек сейчас выйдет, аккуратно слева. Дизер. Понял. Не захожу, не захожу. Диего с вами, нет? Хром-хром. Хром-хром? Нет, не с нами. Да. Не с вами, просто смотрю онлайн. Братуха, нет, что ли, братуха, улетел? Че, все закончились, да? Все, все. Я даже живота оставил. Нет, у меня последний был. Ну, последний вот. Пался же. Подпортили ему ролик, блин. Только я занимался, да? Угу. Зачем еще Денис тоже? Так. Здорово, так сыграли, норм. Че, погнали? Там Денис, оказывается, его подъел-то.